Выдающаяся встреча. В Лондоне прошел Всемирный блокчейн-форум. Официальный веб-сайт форума сообщает, на встрече рассматривались темы, связанные с блокчейном, биткоином и эфириумом, ICO, инвестициями, регулированием, стартапами и другие темы. Гости смогли углубиться в новые технологии и увидеть инвестиционные возможности. Докладчиками выступили Райан Тейлор, генеральный директор Dash, Альберт Изала, министр торговли Гибралтара, Фернандо Гутьеррес, заместитель председателя фонда Dash, Энтони Диорио, генеральный директор Jax и соучредитель Ethereum, Ева Кайли, член Европейского парламента, Вадим Калухов, нынешний директор по информационным технологиям в Красуле и бывший IT-директор Центрального банка России и другие.